Всем привет! Сейчас покажу, где брать контурные карты для урока. Итак, сегодня у нас 19.10. Контрольный урок «История Украины». Смотрите, здесь в задании у нас пишется, что нужно сделать на контурной карте. И вот такое, вот здесь написано «Контурная карта», слова, да? И мы нажимаем, видите, активная ссылочка. Нажимаем на эту ссылочку, и нам открывается контурная карта. Вот такая вот. Контурная карта. Теперь смотрим вот здесь вот сверху. Есть скачать. Скачать. Сохраняем контурную карту и распечатываем. Всем пока!